Доброе утро всем. Сегодня воскресенье. Погодочка у нас замечательная просто. Я вот тут затеяла стирку с утра, вытащила курочку. Не знаю, что с ней буду делать. Наверное, буду ее запекать. Также я хочу сделать оладушки. Тут у меня уже тесто поднялось. Надо делать оладьи. Ну, сегодня никуда не пойду, целый день буду дома. Ну, будние дни, они однообразные, выходные тоже. Сидишь дома, готовишь, убираешься. Я вот все прибрала. Помыла полы. Тут у меня чистота и порядок. Может, потом выйду на улицу, прогуляюсь. Вот такие оладушки у меня получились. Как говорится, из того, что было дома. У меня оставался творог. Я добавила туда молока, чуть-чуть дрожжей, яйцо, сахар. И вот такие пышные оладушки у меня получились. Как раз на завтрак. А здесь у меня запекается курочка. Вот я ее нарезала и уложила вот в специальный пакет для запекания. Окошко бегает. Ну, чего-то кричит она. Чувствует, наверное, что курочка там запекается, да? Смотрю кино. Сериал какой-то. Рожайте, рожайте, вообще принесите. Ну, как я без вас? Так, курочка у меня запеклась. Вот в таком пакетике. Очень горячо. Сейчас буду развязывать ее. Нет, наверное, пусть остынет чуть-чуть. Так, у меня здесь остыло уже. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь получилось. Какой запах! Так. Сейчас я выложу на тарелочку эту курочку заманчивую. Вот такая курочка. Вот мягонькая, такая ароматная. Очень удобно запекать в пакетах. Духовка остается чистой. Курочка получается очень мягонькой, ароматной. Окошечко мое тут как тут бегает. Почувствовала запах курочки. Да. Так. Обалдеть. Вот посмотрите, видите, какая курочка получилась. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Ты хочешь курочку, да? Идем сюда. Кис-кис-кис-кис. Белочка, дурочка. Иди сюда. Идем. На. Белочка. На курочку. Курочку, на. Идем сюда. Идем. Кис-кис-кис-кис-кис. Кисочка. Кисочка, Дусечка. Ой. А, кисочка, Дусечка. Спасибо. Ты где там? Ну, пойдем, я тебе дам курочку. Дурочка, пошли. Идем, идем. Идем, кисулечка. Кисулечка, дурнулечка. Так, вот она моя курочка. Очень аппетитная. Я сейчас муж придет, пообедает. Он с утра куда-то убежал. Даже не позавтракал.
придет, надеюсь, к обеду. Да, Белочка? Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня я получила посылку от Faberlic, 7-й компании. Вот такой стиральный порошок. 1409 тенге стоит. Альпийские луга. Очень приятный запах. Я постоянно пользуюсь только порошками Faberlic. Зубную пасту от зубного камня и налета. Она стоит 509. Средство для мытья посуды. Это новинка. Грейпфрут. 699. Средства для чистки духовок и плит. Тоже по этой же цене. Средства для стекол и зеркал. 699 тенге. Вот такую краску. Эксперт Колор. Светлый каштан и каштан золотистый. 649 каждая. Мерная ложечка за 15 тенге. Каталог Faberlic 8-й компании по 110 тенге. И по бонусу у меня жидкое витаминное мыло по 335 тенге. Вот такая тканевая маска 255. И детские влажные салфетки по 127 тенге. Вот такие покупки я совершила в Faberlic. Вот такой заказ у меня за 7-ю компанию.